Я сначала не придавал особого значения силкам. А чё, кабаны всякие бегают, мяса полно. Но потом решил поэкспериментировать. И построил сразу 4. На полянке, где постоянно бегают кабаны. Материала потребовалось много, поэтому частенько приходилось бегать за дополнительной порцией. И в очередной раз я прибегаю, а тут уже трое висит. Блин, я же даже доделать все не успел. Ну что, мясо есть мясо. Поедим. Тогда я решил посмотреть, как же происходит сам процесс попадания. Стоял, наверное, около суток. Кабаны вокруг бегали, но так ни один в силки не попал. Но стоило мне отлучиться по небольшой нужде, прихожу, тут уже 4 висит. Видимо, разработчики не хотят показывать момент попадания зверя в силок. Тогда я решил построить один такой возле своей кухоньки, чтоб не бегать далеко. Материала у меня возле дома навалом. Быстренько соорудил силок. И убежал недалеко. Возвращаюсь, а тут уже капибара висит. Висит, ножкой дергает, похрюкивает. Что еще нужно для счастья? Проголодался. Пошел на кухню. Съел мясо сушеное. Тут же раздел, повесил сушиться новую порцию. Вот такой лайфхак. Вам удачи, а я спать пошел.